И прямо сейчас я предлагаю вместе с нами отправиться на бои без правил. В наше время панкратион пережил второе рождение, однако новый вариант гораздо менее опасен своего предшественника. Однако соперникам по-прежнему разрешено применять практически любые приемы с любого положения. И в Алданском районе 2 августа впервые состоялся открытый всероссийский турнир по современному панкратиону Iron League. Железная лига, час 3. Вызов Алдана. Участвовали бойцы из Благовещенска, Якутска, Нерюнгри и Алдана. Все бои проходили по версии MVP. Прошли 13 боев, 12 рейтинговых и один главный супербой. Самые отчаянные и смелые юноши встретились в поединках. Для большей зрелищности турнир проходил не в обычном спортивном зале, а на специально обустроенном ринге стадиона Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта. Около 4000 человек пришли поддержать бойцов и посмотреть, не побоюсь этого слова, сногсшибательные схватки. Страсти болельщиков подогревало и то, что в числе заявленных бойцов из Нерюнгри, Якутска, Благовещенска были и земляки-алданцы. В главном бое турнира сразились Михаил Пирогов, город Благовещенск, и Артем Авраменко, город Алдан. По результатам боев определились следующие победители. Первый рейтинговый бой на 77 килограммов. Никита Сухарев, Нерюнгри, и Илья Полдиков, Алдан. Победителем стал Илья Полдиков. Второй бой – 60 килограммов. Баяман Егоров, Якутск, Саха Рестлинг. И Мазур Геннадий, Алдан. Третий бой – 57 килограммов. Варгес Довлатбекян, Благовещенск, и Ян Слепцов, город Якутск. Четвертый бой – 78 килограммов. Константин Кузьмин, Алдан. И Варужан Тавмасян, город Алдан. Победителем стал Варужан Тавмасян. Пятый бой – 84 килограмма. Виктор Перекупка, Алдан. Максим Титаренко, Якутск, Росомаха. Победителем стал Виктор Перекупка. Шестой бой, 93 килограмма. Роман Дюдин, город Алдан. Александр Тихомиров, Алдан. Победителем стал Александр Тихомиров. Седьмой бой, 61 килограмм. Александр Штыкин, Благовещенск. И Андрей Лаптев, город Якутск, Саха Брестлинг ММА. Победителем стал Андрей Лаптев. Восьмой бой, 64 килограмма. Амир Турабов, Нерюнгри. И Василий Атласов, город Якутск, Саха Брестлинг ММА. Победителем стал Амир Турабов. Девятый бой, 75 килограммов. Евгений Краснов, Нерюнгри. Узаир Абдураков, Тампонский район, Саха Брестлинг ММА. Победителем стал Узаир Абдураков. Десятый бой, 66 килограммов. Григорий Мозговой, Благовещенск. Октябрин Яковлев, Якутск, Саха Брестлинг ММА. Победителем стал Октябрин Яковлев. Одиннадцатый бой, 70 килограммов. Демин Соломон и Александр Губкин. Победителем стал Александр Губкин. 12-й бой, 70 килограммов. Никита Подлубный, Благовещенск, и Валерий Мордосов, Якутск. Главный супербой, Михаил Пирогов, Благовещенск, и Артем Авраменко, город Алдан. Пожелаем всем бойцам быстрого восстановления, ну и, конечно же, без травм. Удачи вам!